Всем привет, друзья! Сегодня у нас такой получается видеоролик про Америку, но из дома. Я решила обобщить материал, информацию, те какие-то ценные данные, которые мы извлекли из поездки, плюс лайфхаки, поделиться с вами на будущее, ответить на вопросы и, собственно, поделиться, да, своими эмоциями, впечатлениями уже в таком спокойном лайф-формате. Ну, давайте, я подготовила здесь целый план, у меня листики, с двух сторон я исписала темами, и начнем мы с визы. Визу мы получали в Арабских Эмиратах около года назад. Мы ездили специально, проходили собеседование, до этого отправляли документы, оплачивали пошлину и затем ждали несколько дней для того, чтобы получить визу. Причем была очень интересная ситуация, я тоже с вами ею поделюсь на будущее, вдруг вы тоже отправитесь и сделаете как мы, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Мы заселились в отель, дали наши паспорта, и все, и дальше мы пошли там, через день, по-моему, на следующий день, мы пошли в посольство и прошли собеседование, дали наши паспорта для того, чтобы там нам поставили штамп, сделали визу и все такое. И там через, не, пока мы еще не получили паспорта обратно, но мы взяли отель там на 3 дня. Примерно вот так. Прошло это время, и мы решили переехать в другой отель. Мы собрали свои вещи и, значит, забронировали отель онлайн в другом месте, оплатили его, приезжаем. И когда заселяемся, нам говорит: ребята, давайте ваши паспорта. Мы говорим: у нас нет паспортов, они в посольстве. И показываем документ, что вот наш документ. Там указано, что наши паспорта в посольстве. На это нам отвечают, что, господа, так не работает. В Эмиратах без паспорта вас не заселят. И никакая бумажка, даже из посольства, вам не поможет. Ну, нам пришлось расстроиться, и мы подали на возврат денег в этом отеле. И думаем, ладно, поедем в другой. Смотрим еще отели, приезжаем, тоже приходим заселяться. Но уже не оплачивали, просто говорим, можно ли заселиться? Нам говорят, нет. Третий, там, четвертый отель. В итоге у нас уже паника, представляете, да, что мы не можем никуда заселиться, мы с детьми в Эмиратах. И просто критичная была ситуация, что нам делать. В итоге нам подсказали там в другом отеле, говорят, попробуйте вот в этот отель, там вроде как русских принимают, и там на ресепшене работают русские. Мы отправились туда, и там действительно на ресепшене работала русская женщина, которая очень с пониманием отнеслась к нашей ситуации. Они нас заселили без паспорта, да, с этой бумажкой, да, которая у нас была. И сказали, что, конечно, на будущее так не делайте, в Эмиратах так не работает, тем более в столице, да, не выселяйтесь из отеля, если у вас нет своего паспорта, да, если вы его не получили обратно. Вот, имейте в виду на будущее, да, если решите попробовать там, пока у вас паспорт где-то, переселиться в другой отель, так не нужно делать. Заселились и ждете. Мы уже пережили этот нервный стресс, поэтому я делюсь с вами, чтобы вы имели в виду. Второй момент, это вообще, зачем мы туда поехали, в эту Америку, какая у нас была цель поездки. Как я уже говорила в первом видео, ну и дальше в последующих, 15 лет назад мы с мужем познакомились в Штатах, будучи студентами в Work and Travel USA, мы там работали, путешествовали, общались, и для нас, конечно, это место, но особенное, потому что это время нашего студенческой юности, это впервые место, куда я отправилась так надолго, без родителей, работать, где мы сами учились зарабатывать, обслуживать себя, принимать решения, то есть это место взросления такого, да, серьезного подхода, и, конечно, для нас оно очень значимо, как и для любого человека. Вот в этом периоде его жизни, да, особенно знакомство со второй половинкой, конечно, нам хотелось побывать в Америке и в Оушен-Сити, в том месте, где мы познакомились еще раз, и мы очень хотели туда поехать, планировали это, мечтали об этом когда-нибудь, что мы еще вернемся. И второй момент, очень хотелось мне несколько лет назад, у меня даже было в карте желаний концерт Эда Ширана, это один из моих любимых исполнителей.
Он популярен во всем мире, я думаю, вы его знаете. Когда мы приехали в Америку, у него было турне по Америке, по всей Америке, от северного конца до южного конца, и в Канаде, и везде у него были концерты, и с каждого утюга играли его песни. Конечно, действительно, он очень популярный, и мне хотелось посетить концерты Эда Ширана, прочувствовать это все, потому что 15 лет назад я была на концерте Бейонсе, я помню и до сих пор ощущаю эти эмоции, этот драйв этого огромного стадиона, тот концерт был в Вашингтоне, я его, правда, до сих пор вспоминаю, он шикарный был, и Бейонсе великолепная, просто талантливейшая женщина, и Эд Ширан, вот мне хотелось повторить, да, то есть вживую ощутить это все, поэтому вот эти две цели мы преследовали, когда отправлялись в Америку. А теперь следующий момент, где мы жили в Америке, как вообще мы бронировали жилье. Мы находили на островке, был сайт «Островок». Раньше было много разных сайтов, включая Airbnb, где можно было бронировать. Сейчас есть «Островок», где можно оплачивать русской картой, и мы там бронировали отели. Мы выбрали сеть отелей «Хаят». Это трехзвездочный отель. Он такой хорошего класса, довольно комфортный, уютный, но разница в том, что в каждой сети этого отеля свои условия. Например, в Лос-Анджелесе с нас взяли дополнительный депозит. Обычно, ну, в некоторых отелях за границей берут депозит, у нас в России не берут, поэтому мы не очень привыкли к этому формату, но у них депозит есть. И вот сразу ты должен отплатить $250. В Лос-Анджелесе, например, в Нью-Йорке там 25, может быть, долларов, еще так, и так далее, да, то есть в каждой сети свои цены, где-то 100, где-то 25, где-то 250, то есть нужно это смотреть на сайте этого отеля или читать условия бронирования. Потом обязательно они принимают вот этот депозит исключительно карточкой, то есть ты не можешь отдать наличными деньгами, и был такой момент непростой, когда мы опять приехали, и у нас не было на карте этой суммы, потому что мы там заплатили за машину, и у нас была только наличка, и нам пришлось вот некоторое время ждать, пока там перевод совершится, пока придут деньги на карту, чтобы они списали этот депозит. Потом парковка. Около отеля парковка платная, и она стоит там от 20 до $25 за ночь. Тоже, да, можно представить, сколько это, если взять там на наши деньги, когда доллар 100 рублей. Для нас, конечно, тоже это была не очень приятная стоимость, но мы в другой стране, да, в каждой стране свои правила, свои особенности, и ты с ними соглашаешься, либо нет, да, то есть, ну, как, такие правила. Дальше машина. Так как мы путешествовали и были на двух побережьях, мы были, получается, мы прилетели в Нью-Йорк, потом с Нью-Йорка мы долетели до Лос-Анджелеса, там несколько дней, и обратно в Вашингтон, и в Оушен-Сити, и домой. То есть нам вот на каждом моменте нужна была машина, чтобы путешествовать. И мы бронировали через сервис Economy Booking. Это такой сервис, который агрегатор, где собраны разные компании, и ты смотришь там по цене, по условиям, по выбору машин, какая тебе ближе, там, на какие даты есть. То есть очень удобно, да, с одной стороны. С другой стороны, есть нюансы, потому что, например, в Лос-Анджелесе мы оплачивали картой, а в Вашингтоне у нас не приняли эту карту, она там, как нам сказали, не читалась или что-то, хотя до этого все было хорошо. И был сюрприз в том, что ту сумму, которую мы заплатили за машину заранее, мы делали это заранее, и всегда требуется заранее, нам не вернули. То есть мы сказали, хорошо, ладно, вы нам не даете машину, не читается карта и так далее. Тогда верните деньги. На что нам сказали, что нет, деньги мы вам не вернем, и все. То есть понимаете, да, какая ситуация, что и машину не дали, деньги не вернули. И это как бы официальная компания. Так как мы не местные, мы никак не можем бороться с этой ситуацией, будучи туристами, мы отправили заявку в нашу вот эту Economy Booking, в этот сервис, нам сказали, что она будет рассматриваться там порядка 7 месяцев. Ну, вы сами понимаете, что это такое, такой долгий срок, скорее всего, нам откажут и ничего не вернут, это и так уже было понятно, но
как бы вы должны тоже понимать, да, и я рассказываю о том, как есть, что в видео, может быть, все самые приятные моменты я отразила, а какие-то вот нюансы я хочу рассказать здесь и сейчас, чтобы те, кто отправится тоже в Америку, чтобы они имели полное представление, как оно бывает, и не было каких-то вот этих радужных грез, да, или розовых пони, чтобы была какая-то более-менее объективная ситуация. Плюс также за машину берут депозит. Депозит где-то $500 у нас был каждый раз. И практически всегда они списывали его полностью. То есть не возвращали. То, что они должны были вернуть, хотя бы там списав часть за бензин, они не возвращали. Они как? Они фиксируют эти деньги на карте и потом просто списывают. И это тоже не очень приятная ситуация, потому что ты не можешь это контролировать, никто тебе не объясняет, за что у тебя списали. То есть вообще бесконтрольная ситуация. И получается, ты даешь данные своей карты, и вот так вот, то есть у них так принято. Для нас это не очень принято, да, для нас это новинка такая, да, как можно. Но у них вот так принято, просто имейте в виду. Следующий момент – это еда. Где поесть в США, что поесть? Так как у нас была очень насыщенная программа, 10-дневная, за это время мы посетили 2 побережья, много городов, мы питались, завтраки у нас были в отеле, и это, как правило, вот этот американский завтрак, который включает в себя яичницу, ну вот этот вот скрэмбл, яйца вот эти перемешанные, потом много разных видов булочек, кофе, чай, какие-то кетчупы, соусы, и когда бекон, когда котлеты, то есть, ну, не совсем большой выбор, но можно было что-то поесть, найти яйца, там, блинчики какие-то, вот это все было. А дальше, там, обед, ужин, мы, как правило, питались фастфудом, то есть выбирали что-то быстрое, потому что было много всего запланированное, и не было такого количества времени, чтобы можно было, там, 2-3 часа рассиживаться в ресторане, да, то есть лучше мы это время, которое очень ценно, да, мы потратим на какие-то достопримечательности, впечатления и так далее. Поэтому мы вот старались быстро где-то что-то схватить, или в бургерные, или в Subway, или в каком-то кафе, где быстро все готовили. Также мы пару раз заходили в магазины, брали там себе еду, там довольно большой выбор готовой еды. В отличие там, от завтраков, можно было найти овощи, фрукты. Тоже хорошо, мы прям брали себе контейнер с клубникой как-то раз. Можно тоже было что-то найти. Дальше по поводу достопримечательностей и вообще маршрута в целом. Мы все планировали заранее, куда мы что поедем, потому что если это делать спонтанно, то будет потрачено много времени, ценного времени, да, к тому же заранее мы смотрели на сайте часы работы музеев или тех или иных достопримечательностей для того, чтобы, опять же, попасть в них вовремя, не потратить время и вот как-то спланировать свой маршрут. Поэтому, если вы отправляетесь, тоже вам рекомендую заранее спланировать свой маршрут, зайти на сайт, посмотреть часы работы, потому что, например, у некоторых музеев, таких как обсерватория Гриффита и так далее, есть специальные приемные часы, есть там часы, когда можно в телескоп посмотреть, есть время, когда есть экскурсии, то есть все это нужно учитывать и как-то планировать. Дальше по поводу самих вот Вашингтона музеев, вот всего остального. В Вашингтоне все эти музеи, мемориалы и все остальное, оно бесплатное, можно заходить, все смотреть. Что касается самого уровня всего этого, 15 лет назад, когда мы были первый раз в Америке, наша страна была совсем, наверное, другой. Я из такого небольшого городка, из Тулы. И у нас среди развлечений был цирк, был драмтеатр, и, в общем-то, и, наверное, и все. А, и центральный парк, да, центральный парк, где были аттракционы, летом, зимой там каток заливали. И все. И вот как бы мы ходили по улицам, гуляли, и когда-то там вот куда-то, да. Дороги были кое-какие. Я помню, когда я ехала, первый раз прилетели в Америку 15 лет назад, вышли из самолета, сели в машину,
Я такая устала, я еду по дороге, я вообще не чувствую, как дорога движется. То есть настолько она была ровная, для меня это до сих пор какое-то такое впечатление. Как это, ровные дороги? Тогда это было впечатлением. Сейчас везде у нас ровные дороги, и так это уже никакое не впечатление. Что касается музеев тоже, тогда для меня это был вау-эффект. Да? Как интересно, как необычно. Это огромные самолеты в музее Rain Space, да, там космические какие-то корабли и все остальное. Вот, интересный музей естественной истории и другие. А сейчас у нас тоже в России очень много всяких разных музеев, мастер-классов, достопримечательностей, что уж говорить даже про вот ту выставку России, где я совсем недавно побывала, потрясающая выставка России, где много экспонатов и роботы, и инсталляции, и совсем не хуже, даже, мне кажется, лучше сейчас, у нас очень много все развивается, поэтому какого-то вау-эффекта для вас не будет. То есть я говорю честно, да, если говорить про Вашингтон, то есть это будет как будто вы смотрели фильм, например, много раз смотрели фильм, очень хотели оказаться в этих местах, и потом вы оказываетесь в этом месте, и у вас уже вот эти эмоции, да, что вы в знакомом месте, но что касается вот именно наполнения, да, что какой-то вау-эффект, у меня не сложился вау-эффект в этот раз, то есть для меня это было нормой. Потому что, вот я говорю, мир развивается, все развивается, и это уже просто вот как достопримечательность, которую тоже как для галочки хотелось посетить. По поводу стоимости. Стоимость, конечно, с учетом курса доллара высокая. Это и логично. Сколько что стоит, я тут не стала бы, наверное, прям рассказывать, потому что зависит, опять же, от того, какой класс отеля вы выбираете, какую машину выбираете. Это как вопрос, сколько стоит построить дом, а какой построить дом, да, то есть одноэтажный или небоскреб, из чего построить дом. То есть тут также, сколько это стоит, сложно ответить в зависимости от того, что нужно. Мне кажется, самое простое посмотреть на те даты, которые вам нужны, стоимость билетов, прикинуть по отелям, а стоимость всех вот этих остальных достопримечательностей тоже есть на сайте, в парках и так далее, то есть все это указано. Далее, бомжи. Меня спрашивают, много ли бомжей в Америке, где они там сидят, стоят и так далее, может, особенно в Лос-Анджелесе. Если честно, мне в Лос-Анджелесе не попался ни одного бомжа. То есть мы ходили, наверное, по тем местам, где их нет. То есть мы специально не ходили, не искали их. То есть у нас были маршруты, и они там были. Вот на Родео Драйв мы ходили, да, ездили в Беверли-Хиллз. Там не встречали мы бомжей. Потом на пляжах, хотя нет, были бомжи, вот я вспомнила, на пляже как раз Малибу мы встретили, не на самом пляже, а вот как, где парковка у пляжа, мы встретили бомжи, которые там жили, вот это я вспомнила, да, но мы с ними не пересекались, они нас никак не беспокоили, мы их не трогали, то есть вообще не контактировали никак. Для бомжей, я знаю, что в Америке 15 лет назад была помощь, в церквях их бесплатно кормили, там им какие-то дотации, пособия даются, поэтому, в принципе, им живется неплохо в Америке, но я, да, еще бомжа мы видели прям вот, может, на видео тоже вспомните, в Вашингтоне, когда выходишь на площадь, и вот там развернулся бомж. Был такой момент, но что сказать, что они где-то повсеместно, я бы не стала. То есть я вообще на них не особо обращала внимания, и вот штучно они где-то попадались. Но прям чтобы массово они бродили где-то, или, знаете, как город бомжей, мы в такие места не попадали, и слава богу. Из минуса отмечу, это травка, каннабис, который запах, который у них она легализована во многих штатах. И вот когда проходят мимо тебя люди, как будто сигареты, но ты чувствуешь запах вот этой травки. То есть это можно, и меня на самом деле это настораживает в какой-то степени разрешенные наркотики, потому что я всегда переживаю за детей, я как же дети, там для них это соблазны. Ну вот мне трудно это принять, но опять же, те, кто живут в Америке, я думаю, они как-то решают этот вопрос.
Дальше, наверное, последний вопрос, который остался, который мы не осветили, это по поводу работы в США. Работать, например, если удаленно, или работать как-то еще, там совершенно другой часовой пояс. То есть, когда в России светло, в Америке ночь. И это касается любого побережья. Когда в Америке ночь, в России утро. То есть работать очень сложно, ну, я бы сказала, невозможно, особенно если ты с семьей, то есть ты становишься каким-то ночным жителем, ты начинаешь, когда все спят, работать, и наоборот, то есть, я не знаю, если, например, туда кто-то задумал переехать жить, это вообще никак неудобно, потому что ты теряешь все сразу преимущества, потому что становишься каким-то таким вот ночным жителем непонятным. Мне кажется, это плохая идея. Опять же, если работать, но на Россию, то тех денег, которые платят здесь, явно вряд ли хватит для того, чтобы жить там. Поэтому, наверное, вот такой вопрос, если задают, да, как там вот с работой, работать на Россию из Америки, мне кажется, это плохая идея, потому что вот реально с часовыми поясами неудобно, плюс с финансами тоже неудобно. Не знаю, как вы, если рассматриваете, просто прислушайтесь к моему мнению. Или там, если кто-то думает про работу в Америке, это надо уже узнавать там у тех специалистов, которые там работают, устраивают, да, или еще что-то. Но я здесь проконсультировать никак не могу, не знаю, не сталкивалась. Я вот именно чисто могу ответить на вопросы туристов, которые приезжают, да, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности, вот сориентировать по тому вопросу, где, да, что, как, может быть, купить. Вот по сервисам я вам сказала, да, чтобы обратили внимание на них, там, где мы искали. Собственно, вот в этом я могу вам быть полезна. Я надеюсь, это видео помогло вам ответить на какие-то вопросы, которые у вас были. Надеюсь, стало больше понимания. И я буду рада, если вы оставите комментарии или поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что мне, конечно, приятно делиться информацией. Я знаю, будучи путешественником там в душе, в своей глубине, я всегда тоже, когда отправляюсь в какую-то новую страну, всегда смотрю видео других блогеров на YouTube, ролики по этой стране, потому что это всегда помогает сориентироваться, прикинуть вообще бюджет, понять, что за страна, да, понять, стоит мне вообще туда ехать, не стоит, готова ли я к этому или нет. То есть я прям тоже люблю оценивать другие ролики, они очень часто бывают полезны. Надеюсь, мои тоже помогут вам сориентироваться и будут полезны в планировании поездки, если вы ее планируете, или какое-то общее впечатление создать, если вы просто интересуетесь этой страной и хотите некого понимания, да, как оно изнутри, не с какой-то розовой картинки, да, а именно с из опыта путешественников. Большое спасибо за это видео. Всем хорошего дня!